Привет, ребята! Привет! Что вы сегодня нам покажете? Это конструктор-динозавр! Это конструктор 5 в одном. Смотрите, какой конструктор. 5 моделей to build. То есть можно построить 5 моделей динозавра. Написано, что он с 8 лет. Рома, а тебе сколько лет? 1. Мне чуть больше. Ром, ну честно скажи. Мне 5. Но мне... нам поможет папа, значит, в среднем нормально. О, боже. Раз, два. Вот, а, наверное, есть динозавр. 3. И какая-то коробочка. Это довольно такой сложный конструктор, нет? У нас есть такая вот штучка. Вот, это называется, что нужно ехать наверх. Стрелочку Рома сделал. Моторчик есть. Работает? Работает, крутится себе в разные стороны, в одну и во вторую. Делаем белое, я это поставил посерединке. Ты видишь вот это? Вот тут показано. Ты видишь, пап? Ребята, я вернусь, когда вы его построите, хорошо? Хорошо. Все, занимаемся. Меня позвали, сказали, что-то уже есть. Мы вот такую детальку собрали, это первый шаг. А где динозавр? Ну вот, это его шасси. Ну что, идем дальше? Давай, Ромчик, давай, двигаемся. Берем эти две детальки, эту. Жди, пап. А, ты уже собираешь, давай. Как продвигается ваша стройка? Да, я сделала такую деталь, она движется прям. А ты, папа, что делаешь? Пока не знаю, что за деталь. Сейчас прикрутим, тогда будет ясно. А это что такое? Она уже работает? А. Так, вот как. Ой! Занимаемся. Смотри. Ну, у нас вот такое что-то получилось. Еще много осталось. Я делаю муха вот. Какая? Не знаю, это я так вижу рога, лицо. Довольно большой, да? Угу. А где мотор? Внутри? Мотор там снизу будет. Я смотрю, осталось совсем немного, да? Да, вот можем ноги сразу подключить. Вот так, одна нога. Вот так, вторая нога. Теперь. Третья нога уже есть. Где мои ноги? Потяните мне ноги. Сейчас. Дайте мне мои ноги. Так, в общем, мы тут. Ой, у нас ноги подвернулись. Он тоже хочет полежать. Хвостик, что ли? Да, хвостик. И теперь у него будет крутиться хвостик, судя по всему. А ты думаешь, он ходить будет? Нет, он хвостиком виляет, как собачка. Такой у нас трицератопс получился. А че он так слепенько? Ну, качать хвостиком, а что? Ну, одного построили. Осталось 4. Еще следующий у нас тут бронтозавр. Он потом идет. Тут в инструкции только 2. Нет. Вот тут написано 2 в инструкции, а 3 в онлайн, в интернете надо смотреть. То есть здесь где-то есть ссылочка. Да, вот мы вот сможем еще 5 дособрать. Я хочу сегодня 5 дособирать. Давай следующий. Давай делать следующий. Давай, конечно. Работайте.